Вот, кстати, вопрос. А что делать, если что-то случилось с арбалетом? Например, треснуло плечо, но при этом у нас арбалет уже является оружием. Мы можем просто взять эти планки, выкинуть и поставить новые? Или, Ну, опять же, надо приходить, это проходить эту утилизацию и нет, заново надо собирать приходить, арбалет? оформлять, я не знаю, такой практики еще не было. В оружии существует направление на ремонт, вы берете также его по месту жительства. Это бесплатная услуга, единственное, просто надо взять направление. Вот. Вы его берете и в мастерскую отдаете арбалет, там мы уже смотрим, что мы можем с этого сделать. Меняем планки, либо что-то фрезеруем, то есть это прерогатива лицензированной мастерской. Соответственно, если маркировка, плечо вылетело с маркировкой, заново наносим маркировку, соответствующий номер, составляются соответствующие документы, но эта вся процедура, она такая легальная, заносится в книги учета и так дальше. То есть все Ну, то есть это ничего такое, страшного, это ничего предусмотрели, нет. все есть. Да.